Привет, друзья! Рад видеть вас на канале GG. Мы продолжаем проходить третьего краша. В этой серии мы по-любому увидим первого босса. Первый босс... А, кстати, боссы... Ука-ука и Кортекс хотят, чтобы Тайни взял кристалл и принес их к Колизею в Риме. Крэш, оставь их для Тайни, или Крэшу крышка! Вот, собственно, и первый босс. Да, я не успел даже про него ничего сказать, он сам себя решил представить. Я, в принципе, не против. Вот где динозавр, вот! Я думал, это во второй части, но оказалось в третьей. Погнали. Бля, стой, не погнали. Вот теперь погнали. Благо, хотя бы по воде моя скорость бега не уменьшается, а то это был бы, конечно, пиздец, коллапс. О, и еще... Ух, какая красота, еще и кредит. Так, тихо, тихо, ты меня не это... Нейтраль. Ай, ай, да, погоди. Ух! Бля, это было очень близко. Вот эти птеродактили забирают нас на небеса прямиком. О! Ёпта, он близко! Он так близко! Беги! Я хотел просто дождаться, чтобы был нормальный ящичек. Отлично! 18 кредитов. Идем пока неплохо. Все, он от нас отстал. Это отлично. Ука-ука. Пам. 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 Бдах. О, кстати, мне интересно очень, как перерисовали призраков. Тут будут ребята такие полупризрачные, которые сначала плавают. А траву можно срезать? Траву все равно можно срезать. Вот они. Я, честно говоря, не понял. Ладно. Окей. А где бонусный? Бонусный где-то же должен быть. Да, там был особый кристалл, но у нас его пока нет, поэтому ничего сделать мы не можем. Вот и бонус, вот и бонус. Да, тут, конечно, чуть-чуть поработали, видимо, над положением Крэша на платформе, потому что тут он почему-то с нее не слетает. Так, стопули. Оп. Так, а теперь вот так и вот так. Ну, конечно, кредит-то упускать как? Бам, нахуй. Собираем как можно больше, как можно больше. 99. 99 кредитов я должен собрать в своей любимой части. Это просто, бля, ну... Помните, да, если я собираю 99 кредитов, с вас подписка. Не, ну вы можете, конечно, подписаться и просто так. Мне будет очень приятно. Бам! Да в смысле? Так. Бам! 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 Идеально! За это ачивку не дают, не? Мастер платформинга. Сколько? 21. 21 это неплохо. Это уверенно идем, хорошо. Хорошо. Но тут мы явно не соберем все кристаллы. Ой, все ящики, потому что тут есть какой-то особенный этот кристалл, который нас в другую часть уровня отсылает. Поэтому... Оп! Ай-яй-яй, яблочки! Мне не столько нужны ящики, сколько сами яблочки, а я их... О! Ебать, я лох! В смысле? Погоди, я не понял, почему у меня не просто ука-ука потратился, а я умер? Он же не догнал меня. Ебать, как обидно. Вот просто на пустом месте потерял кредит. Ну ладно. О! Отлично. Эй, сок! Нет, блядь, нахуй я это сделал? Вот нахуй, ну нахуй это нано, блядь. Сука, ради кристалла. У меня ж цель не кристаллы, у меня цель, блядь, 99 кредитов. Ёбаный рот, как обидно. Уже проебал 2 кредита просто в никуда. Ёбаный рот. Ладно. Давай, 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 давай. Ух! Хорошо. Хоть так, блядь. О, так, 20 кредитов, значит, нужно еще 79. Бля, до хрена.
Блин, я умер всего дважды. За первые 5 уровней. Ну, не 5, 4. Ну, посмотрим, в пятом умру еще и не умру. А что 5-й? А, 5-й опять Коко. 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 В этот раз на гидроцикле. Да, вот она газует. А, погоди, так, если нажимаю вперед, она не газует? Ёпты, какое уёбищное управление. Вот, бля, никогда не любил эту хуйню. А, возьми, да ебать тебя. Возьми ящик. Ящик возьми. Отлично, в бомбу не врезайся. Пиздец, как неудобно. Охуеть можно. Причем я думал в оригинале, блядь, неудобное управление, но тут они... Вот, бля, вот... Что-то я... Про что-то я еще говорил то же самое, то, что... В какой-то из предыдущих частей они... А, скольжение, скольжение, скольж... Да, блядь, нет, ну я не могу, блядь, не могу хуй забить. То, что во втором краше скольжение было доведено просто до какого-то абсурда. А вот тут, блядь, с этим ебаным гидроциклом. Давай. Нормально. Пиздец. Ладно. Так, аккуратненько. Моряк, блядь, попай, сука. Очень неудобно. Очень неудобно. Так, тихо. Ну, ебать, ну возьми. Отлично. Тихо. Фух. Главное аккуратно. Главное аккуратно, мы никуда не торопимся. Блять, вот я вообще никак не должен был он в меня попасть. Но это, блять, бред. Отлично. Слышь, блять, лодочник, ну хули ты там потерял? Вот сейчас-то он в меня не попадет, правильно? Правильно. Так, отдай. Пиздец, вот на таких уровнях я, конечно, буду тратить. Блять, гидроцикл придуман, чтобы, блять, на нем быстро... Хуярить, блядь, чтоб весело было. А на деле из-за того, что такое убогое управление, то приходится ебать как медленно на нем прожигать. Тихо! Тихо! Бля, прям перед чекпоинтом, вот было бы обидно. А, один ящик проебал, сука. Мне придется за ним вернуться. Так. Стопули, 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 не дрейфуй, блядь. Отлично. Так, следующий трамполин. Отлично. Отлично. Так, походу они не двигаются. Мне просто надо аккуратненько между ними. Господи, как это ужасно. Один пропустил. Ёбаный, блядь. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй, ща въебусь. А как это случилось? А куда, а как? А... Я перелетел почему-то. Так, давай, раз, два. Фух. Да, но я не ради кристалла собираю. Я собираю ради этого. Ради манго, яблочек. Вот и он, вот и он. Тини Тайгер. Да, Коко, ты молодец тоже. А чё, в этой части... Всё равно нельзя? Не. Тигр Тайни, поехали. Оп-оп. Оп-оп. Коко, украли кристаллики. Тайни заберет их на гладиаторской арене. Фух. С битвой с этим боссом есть одна хитрость, баг. Можно забиться в самый левый угол, когда бегут эти львы. И они тебя не тронут. Там вот так прописано, что хитбокс не попадает.
Но это же скучно и неинтересно, поэтому мы этого делать не будем. Мы будем играть по-честному. Даже несмотря на то, что это угроза моим кредитам, мы будем играть по-честному. Какие львята прикольные. Опасно, бля. Вот на третьей волне они, конечно... А, погоди, третьей волны-то не будет. Когда я его третий раз бью, то все на этом заканчивается. Бам. Вот сейчас, сейчас. Вот если я вот это переживаю, то, бля, все идеально. Как все, блядь, трясется, дребезжит, пиздец. А чё, отсюда не бегут? Всё, всё, ГГ. Бам! У-ху! Это супер падение. Для более мощного удара о землю нажмите А, чтобы прыгнуть, находясь в... Ну, в общем, это фишка та же самая. То есть мы прыгаем, нажимаем круг или РБ, R1. Молодцы, дети. Победив тайны, вы открыли ворота к следующей временной локации. Направляйтесь в центр этого временного искажения и сохраните свой прогресс, если хотите. Оттуда вы сможете увидеть, что ворота во вторую временную локацию уже открыты. Прелесть, спасибо. Не-не-не-не-не-не, никакой Коко. О чем я говорил? Да, если раньше, когда нажимаешь А и прыгаешь животом, то он просто падал, то теперь он охуенно крутится. Отлично. Теперь самая главная проверка ремейка. Вот, был охрененно приятный звук, такой типа мяу, когда ты врезался в закрытую дверь. Давайте проверим. Это позор. Ремейк говно. Мне вот не нравится. Да. Да, в общем. Погоди. Давайте я сохранюсь, как обычно, как всегда. Я буду делать это вручную, потому что мне это нравится. Как по старинке. Вот так вот, ребятки. Плейлист скрашим в описании под видео. Если ролик вам понравился, тыкайте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии обязательно. И увидимся совсем скоро в следующей серии Крэша. Пока. Coming from my mind.